стоим. Не надо никуда без моего счета. С левой пошли назад. С левой в сторону стоим. И с правой в сторону ко мне боком. И с левой в сторону ко мне лицом. И с правой в сторону ко мне боком. С левой в сторону ко мне спиной. С правой в сторону ко мне боком. С левой в сторону ко мне лицом. Ну что, дорогие мои, вы очень неплохи, вообще-то говоря, в этот погожий летний вечерок, субботний. Как, наверное, прекрасно покружиться под чарующей мелодией вальса. Так, приготовились, поехали. С левой назад, с правой вперед, ко мне боком, ко мне спиной, с правой вперед, ко мне боком, с левой назад, ко мне лицом. Сначала раз, два, три, раз, два, три, с правой, два, три, с левой, два, три, с правой, два, три, с левой, два, три, с правой, ко мне боком, ко мне лицом. И ко мне боком, ко мне спиной, ко мне боком. И раз, два, три, и раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Друзья, вам сейчас будет непросто, но вы справитесь, я в этом уверен, потому что сейчас вы по-настоящему будете кружиться в вальсе. Музыку поставим побыстрее, у вас нет задачи прямо все на 90 градусов. Главное все время правое-левое, 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 справа вперед, с левой назад. И постарайтесь на одном месте покружиться, просто поворачивайтесь в вальсе. И когда вы придете в следующий раз, в следующую пятницу к нам на занятия, вы уже придете в парах, мы уверены, и станете, и многие уже сразу смогут покружиться вдвоем. А я хочу напомнить, что мы каждую пятницу для вас здесь с 8 до 11. Сегодня вне плана руководители «Стрелки» попросили нас позаниматься с вами, выступить, провести бальный вечер. А так мы по пятницам с 8 до 11. Даже, наверное, будем раньше, чтобы заставить световой день. Ориентируйтесь, часов на 7. Для вас сегодня работает школа танцев «Латинский квартал». Меня зовут Шибанов Сергей. Я всегда рад ответить на ваши вопросы и буду с вами сегодня до 10:30. А мы сейчас просто попробуем под мой счет чуть-чуть побыстрее с правой ноги. Поехали. Не надо музыку. Под мой счет. И раз, два, три, раз, два, три, правая, два, три, левая, 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 два, три, правая, два, три. Мой респект всем, кто отважился, кто сейчас это сделал. А мы попробуем поставить очень убедительную точку в нашем уроке, а именно протанцевать все то же самое под восхитительную мелодию вальса. Приготовились. 5, 6, 7. И с правой, с левой, с правой, с левой, с правой, с левой, с правой. Левый и раз, три, раз, три, раз, три, раз, три. Ну вы просто молодцы. Раз, два, три, раз. И мы надеемся, что в следующий раз те, кто сейчас просто отстоял все по ответу, присоединятся к нам. Раз, два, три, и раз.
Друзья мои, я действительно искренне благодарю всех тех, кто отважился выйти на площадку и попробовал сделать первые шаги. Приходите, пожалуйста, в школу танцев, занимайтесь, учите танцы, а мы будем для вас о них рассказывать и показывать. Сегодня, сейчас прямо начнется вечер бального танца. Не спешите расходиться. Для вас будут танцевать как опытные танцоры, так и начинающие. Будет показательное выступление. Обязательно споет певец вживую для вас. Будет мастер-класс по соло-латине. Будет много всего интересного. Вы увидите бальные танцы, спортивные бальные программы. Самба, румба, джайв, ча-ча-ча. Вы увидите танцы европейской программы. Танго, квикстеп, медленный вальс, венский вальс. Вы увидите чарующие танцы отечественного репертуара. Венгерский бальный вальс, гавот, фигурный, большой фигурный, сударушка и, конечно же, русский лирический. А мы начинаем с мелодии, которая по праву завоевала очень большую популярность во всем мире, будучи впервые исполненной в кинофильме «Мой ласковый нежный зверь». Она настолько стала популярной, что ни один бальный вечер без нее не обходится. Итак, кто умеет танцевать вальс, мы приглашаем на площадку, потому что это будет уже быстрая мелодия, а всех остальных приглашаем остаться, посмотреть и, может быть, даже поучаствовать. Хорошо, сейчас...